Привет, меня зовут Саша. В этом видео я расскажу, как я ездила в Сочи. Мы ездили в Сочи на конкурс. Конкурс назывался «У самого синего моря». Наша группа называется «Юнята». Мы самые маленькие. Наш детский хореографический ансамбль называется «Башмачок». Я начну с самого начала говорить. Мы приехали на вокзал где-то в 4 утра. Подъехали другие группы, и мы начали обсуждать нашу поездку. Ну, как мы поедем. А приехала Тина Андреевна, начала нас рассаживать по купе. В нашем купе была я, Юля, Яна, Адель. Мы приехали на вокзал, сели на поезд и поехали. Нам сначала раздали белье, чтобы постелить постель. Потом Тина Андреевна нам сказала, что через 10 минут мы пойдем кушать. Мы покушали и легли спать. Когда мы поспали, мы приехали на станцию. Я сначала спала, потом проснулась, меня Адель разбудила, и мы пошли с ней на станцию. Мы там фотографировались, у нас очень фоток много. Потом мы зашли, родители накупили много еды, и мы стали свою еду кушать, которую мы взяли из дома. Ну, яблоки и апельсины. Потом мы пошли на ужин, потом мы играли в карты, ходили по купе и легли спать. Мы с вокзала увидели автобус наш, сели на него и поехали к нашему отелю. Мы приехали к отелю, нам раздали паспорты, карточки, чтобы открывать дверь, и мы пошли проходить медосмотр. Мы прошли его, у нас все было хорошо, мы пошли расселяться. Когда мы расселились, нам Тина Андреевна сказала, что через 30 минут собираемся на море. Мы собрались на море, после моря мы пошли кушать на обед. Мы приехали еще на один день раньше. Мы пришли с моря, мы начали кушать, потом мы 2 часа отдыхали, пошли на обед, потом в бассейн пошли. А потом мы немножко прорепетировали танцы и легли спать. На следующий день мы тоже все так же. Когда у нас до концерта оставалось 2 дня, мы усердно репетировали очень долго, с утра, потом до завтрака. Мы выступили, а наша группа заняла 3-е место, а старшая группа заняла 2-е место.